Встречу вашей поддержат представители бизнеса с так называемым высоким уровнем социальной ответственности, то есть компании, которые помогают незащищенным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Законопроект об этом рассмотрели сегодня на заседании Кабинета министров Чувашии. Представители социального бизнеса смогут рассчитывать на бюджетные средства. Если спецкомиссия поддержит проект, то будет выделен грант от 100 до 500 тысяч рублей. Такая мера в регионе вводится впервые. Сейчас в реестре социальных предприятий зарегистрировано 28 компаний. Социальные предприятия, получившие грант, обязаны ежегодно в течение 3 лет с даты получения гранта подтверждать статус социального предприятия, а также софинансировать социальный проект в размере не менее 50% от его стоимости. В республиканском бюджете Чувашской республики на 2021 год на эти цели предоставлены высшие меры государственной поддержки, предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 миллионов 701 тысячи рублей. Кабинет министров также утвердил сроки проведения углубленной диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией. Во время обследования им могут быть назначены дополнительные исследования, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования ОМС. На это выделено более 38 миллионов рублей. Также в документе дополнен список лекарственных препаратов, которые будут отпускаться бесплатно или с 50% скидкой.